Что у вас случилось? Труба отвалилась? Нет тут. Шо? Еще та, конечно, здесь. Молодец, молодец. Ей, бля! Все, тю-тю. Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Близко к краю не подходите, провалитесь. Да еще подмерзло. Да, тросик у него хороший. Длинный, длинный, я имею в виду. У тех УАЗика не хватает там. Вот который там в воде торчит? Да, нет, у них не хватает просто. Короче, не дал. Неинтересно. Я думаю, Нива вот эта маленькая здесь даже не провалится, я думаю. После нас она уже провалится. Ну да, еще она тот берег, вообще в идеале. Она не провалится. Этот весит тонны 1600-1700, а там все 800-200. А он как едет? Как-то по-другому едет. Он просто едет. А увалился. Все, куда нам ехать? Туда, да? А, окей. Вот так вот вернулись. Вон, с той стороны заебись. А что вы так не пошли? Ну, в гору не пойдет, в гору обойдет. О, вообще заебись. А он все равно все лебедится уже, он уже сюда не успеет первый. А что, они не могут что ли по... Ругаются, да? Он сейчас задом заскочит. Смотри, задом подъедет, фоткается. Хотя смотри, как по-хитрому. Смотри, это стоит. Можешь с этой стороны. Или как? Она в кадре же должна быть. Сейчас так задом засыпает. Ну да. А что да, это Нива есть? Это Нива обычная. Вагены там стоят. Просто кузов убрали и все. Это баги вот. Офигенная просто машина. По смыслу, по своему. Не знаю, вот наша армия, вот чего таких не понаделать, да? Ну для армии, для разведки, для чего, пожалуйста, там здесь. Тихое, все. Не провалится. Давай, черт,
Хитрый вы, хитрый. Давай, ногой до колеса. Отлично. Ногой до колеса. Вот, стою. Я это. Че за хитрый, блядь. Надо, конечно, подумать, а хуй быстрее, блядь. Тоже бы могли бы так, да? Ну, подумать надо. Конечно. Ну, он бы, то, он, да, он бы тоже там проехал бы, он смело. Только вот Нива заводится плохо. А, бля, ну не лазь. Смотри, вообще пиздец. Я нихуя не 10, конечно. Я извиняюсь за мат в прямом эфире. Все привыкли. Фольклор, фольклор. Работа нервная. Ну да. Гонку выиграли, заслуга водителя. Если проиграли, что рубль до раз. Вот электродвинч в деле. Давай это, наезд, если пойдет, поезжайте сюда прямо. Сейчас надо прямо заезжать. И жопой так же спуститесь туда. Вообще да. Он правильно говорит. Ну что сейчас? Две нитки.